Всем моим зрителям огромный привет, с вами я, Юлия Crazy Nails, и сегодня у нас маникюр на клиенте. Будем делать очень простой, нежный и воздушный дизайн. Мы же не любим трудности, мы же любим, когда у нас все быстро, красиво и эффектно. Как обычно, стандартная процедура маникюра, и давайте я немножечко помолчу, и мы позалипаем на сам процесс. После маникюра обезжириваю все ноготочки, и сейчас я буду наносить каучуковую базу от Patrice Nail. Эту базу я уже часто показывала в своих видео, поэтому, думаю, тюбик показывать не нужно. Делаем выравнивание красиво, добиваемся идеальных бликов, сушим в лампе, и дальше я буду использовать цвет под номером F7. Это камуфлирующий цвет, очень популярный оттенок у клиентов, но с ним нужно тоже правильно работать. Если вы нанесете слишком тонкий слой, то он пойдет у вас кратерами, поэтому немножечко слой нужно делать поплотнее. И сейчас я вам покажу новинки от Patrice Nail. Первая — это база Prima. Это каучуковая база средней степени вязкости для нормальных ногтей. И вы знаете, что в ней самое крутое? То эта база полимеризуется в LED-лампе 15 секунд, а в ультрафиолетовой лампе всего лишь минуту. То есть время работы ваше значительно сокращается. Эта база подходит для нормальных ногтей, но как в качестве укрепления она не подойдет. Еще очень важно, что эта база не течет, то есть за счет этого также можно сделать выравнивание. Вообще эта база у них выпустилась как база для экспресс маникюра, когда нужно сделать все быстро, но качественно. И дальше я вам покажу оттенки из новой коллекции от Patrice Nail, которая называется Шелковый путь. Вообще у Patrice Nail каждый месяц выходит по 2-3 новинки, даже не успеваешь их пробовать. Первых два цвета полупрозрачной консистенции, один оттенок полупрозрачный молочный, второй такой же полупрозрачный, только уходит в желтый оттенок. Второй цвет, конечно, на любителя, а вот первый 100% зайдет. Дальше будут оттенки все плотные и все друг на друга похожи, только единственное меняется немножечко цвет, какой-то чуть посветлее, какой-то потемнее, какой-то уходит в холодный тон, какой-то в более теплый. В общем, разницы огромной я не увидела. Как вы видите, они все плотненькие, по консистенции это даже хорошо видно, и 100% на ноготочках клиента понадобится только 2 слоя. В общем, ссылочку на материалы я оставлю в описании под видео. В общем, как обычно, я делала мастер-класс, и моя камера, как я думала, записывает, но она не записывала. В общем, сейчас я расскажу, вы все сами поймете. Я сделала 2 слоя цвета, которые я вам показывала в начале, и после на липкость цвета я взяла и отпечатала фольгу в хаотичном порядке. Липкость замечательная у цвета, и поэтому это не составило никакого труда. Дальше я беру 2 оттенка, 372 и 404, только 404 я немножко замешала с белым, потому что мне захотелось сделать
сделать более пастельный цвет. И теперь на каждом пальчике добавляем рваненькие ленточки. По крайней мере, у меня такие ассоциации, или поломанная деревяшка, только цветная. На каждом пальчике я делаю одну голубенькую и одну розовенькую. Мне кажется, эти рваные брусочки сможет нарисовать каждый. Вы просто берете цвет, наносите его плотненько и вытягиваем из этого цвета кисточкой такие лучики. Где-то они будут длиннее, где-то короче. От этого, наоборот, будет дизайн смотреться интереснее. После все это я перекрываю глянцевым топом. Конечно, в матовом тоже будет смотреться очень красиво, но мне захотелось оставить блеск, особенно блеск от фольги. В общем, получилось просто, стильно и необычно. Такое, знаете, прям экспресс-дизайн ногтей. Напишите, пожалуйста, в комментариях под видео, как вам такие дизайны. Мне кажется, он будет очень актуален, если клиент у вас опоздал. Ставьте этому видео пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, также подписывайтесь на меня в других соцсетях, ссылка будет в описании под видео. Ну а я вам всем говорю до скорых встреч, творческих успехов и пока-пока!